Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Карина, я девушка Евгения Савченко. Пестрит на всех сайтах. Расскажите, что вы знаете о произошедшем? Я знаю об этой ситуации изначально, потому что изначально все началось с этого ДТП, которое произошло на книжном рынке, к которому мы подъехали с Женей и вышли, собственно, отдать в ремонт iPad. Вернувшись, мы просто увидели, что стоит машина спереди Nissan, по-моему, серого или золотистого, я, честно говоря, я точно не помню. Но я помню номера, то есть это, ну, я четко помню, знаю. Мы даже еще не успели открыть машину. Парень, который сидел в этой машине, сдал назад и, естественно, врезался нам в номера и ставил вмятину и царапину. И сразу же скрылся с места, ну, этого происшествия. То есть в момент, когда вы подошли к машине, вы видели, были свидетелями, как вам врезали задом? Конечно, конечно. Вы это видели? Да. Угу. Дальше что было? Ну, а дальше он уехал, а мужчина, который стоял через дорогу, запомнил номера его, естественно, подошел к нам, сразу их сказал. И, ну, мы нашли этого человека, нашли его прописку, нашли, ну, данные его и отчество, имя. Карин, скажите, а как вы узнали, кому принадлежит автомобиль Nissan? Обратились в МРЭО и по госномерам нашли владельца этой машины. А номера вам кто сказал? Парень, который стоял через дорогу, он увидел, сразу крикнул, подбежал. Это на видео, кстати, тоже видно. Камеры магазина, которые напротив, предоставят информацию. Там все видно четко. И меня, и Женю, и парня, который подошел, и как он уезжал, и как он подъехал. Там все видно. Ну, расскажите, что произошло дальше, то есть что было? Ну, а дальше мы поехали, в всяком случае, думали, мы его найдем сразу же. Ну, может быть, недалеко отъехал. Мы его не нашли. Нашли номер этого владельца этого машины, ему казалось, это Дмитрий Бондаренко. Вот. Мы ему звонили, он не брал трубку. Кто звонил? Я звонила со своего телефона, Женя звонила со своего телефона. Потом он вышел. Сколько на... Сколько раз звонили? Очень много, я ей писала, и звонила, и я... СМС-ки писали? Да, я ему писала сначала СМС, а потом звонила, он никак не реагировал, хотя видно было, что и прочитано, и был в сети, но сейчас... У вас СМС сохранились на телефон? У меня есть сегодняшний. Дальше что произошло? То есть вы дозвонились ему? Дозвонились, но это уже было без меня. Я, к сожалению, когда у меня были свои дела, меня Женя оставил, завез. Я была на Троицкой. И вот в это время, как бы, ну, без меня, уже без моего присутствия, ну, дальше все произошло. То есть у вас есть видеозаписи? У меня есть видеозаписи, и это... Это ничто, это не было подстроено вообще, это никакая не провокация, ни на что. Это обычная бытовая ситуация. Получилось ДТП, нашли владельца машины, поехали поговорить, и, ну, вот, в принципе, вот эта вся история, ну, которая раздулась, вот, не знаю, провокациями и всем остальным. Вот сегодня буквально за минут 20 до этого интервью мне как раз позвонил этот потерпевший, Дмитрий Бондаренко. Сначала написал в Вайбере, узнал, как со мной можно связаться. Я ему написала, что это есть мой контактный номер. Он ответил, можно ли вам позвонить. Позвонил, хотел узнать, откуда я узнала его номер, кто мне его дал, где сейчас находятся те парни, которые подъезжали с ним разговаривать. В тот день, когда это случилось, когда мы разыскивали, ну, тот, кто нам ударился на машину, я написала Дмитрию, написала, что... Ну, я просто, мы не могли с ним выйти на контакт, поэтому, ну, звонили, не брал трубку. Я ему написала как фотографу, как и, да, к оператору какому-то, думала выйти с ним как на фотосъемку, как заказчица. Ну, он мне не ответил спустя вот два дня, сегодня буквально. Он мне сейчас вот в 20:49 написал, что он не фотограф и видеооператор, и работает на телевидении. Вам, судя по всему, должно быть это известно. Вот. И после этого он попросил связаться, мы связались. И дальше он спрашивал, где находится Женя, откуда я взяла его номер. Я просто ответила, что на такие вопросы я не знаю, и я без адвоката, как бы, такие вопросы отвечать ему не собираюсь. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Игорь. Я друг Савченко Евгения, который, ну, как бы, разыскивается сейчас правоохранительными органами за совершенное преступление, но просто я, как бы, хочу выступить в том плане, как я его знаю, и знаю много лет, с другой стороны, совершенно как там преподносится. Он
Очень, во-первых, он добрый, воспитанный человек, ни разу не привлекался. Тем более, ну, как бы, милиция по-любому должна, полиция должна знать об этом. И почему-то об этом не говорят нигде в новостях. Он ни разу не привлекался ни по уголовным, ни по административным статьям. И я уверен, ну, как бы, это не то, что с моих слов, со слов соседей, со слов его там ближайшего окружения, все могут подтвердить мои слова. И как бы просто мне хочется, ну, как бы рассказать на самом деле, что Седьмой канал совершенно все по-другому это преподносит, как бы в свою сторону. И насколько я это знаю, со слов его девушки, что совершенно это по-другому было. И насколько знаю я его, отзывчивого, нормального, доброго парня. Игорь, скажите, мы сейчас говорим о Савченко Евгении, да, который являлся водителем Хонды, так я понимаю? Да, да, да. Что вы знаете, расскажите. Насколько я знаю, со слов девушки, они подъехали на Александровский проспект, рынок книжка там есть, оставить планшет в ремонте. Пересечение планшет улиц? Там, я не помню, по-моему, с Еврейской, да, на пересечении, там, ну, не доезжая Еврейской. Оставить в ремонт планшет, и в этот момент девушка оставалась возле автомобиля. Это есть как бы на видеосъемке, по-любому там рядом находится магазин и китайское кафе. И, наверное, ну, с книжкой, короче, как бы с рынка, там тоже на видеокамерах это должно быть. И получается, автомобиль Nissan, Sunny, как уже там, ну, я просто они не рассказывали, что за автомобиль, это я уже узнал из прессы, там, как бы, вот, почитал. Он сдал назад, сдавая назад, получается, он хотел выехать с парковки, тоже ударил автомобиль Honda, ну, получается, Женин. И скрылись с места вообще. Ему как бы ребята там стояли на книжке тоже, я не знаю, кто они, сотрудники или кто, скорее всего, там, как бы они ему там тормозили и все. И он в этот момент, девушка его начала тоже как бы, ну, махала, типа, стой, стой, куда ты поехал, типа, в наглую. Он скрылся вообще именно на приличной скорости, начал сразу как бы там, ну, нажал на газ и все, и с места, ну, как бы, совершения вот этого вот ДТП скрылся. И получается, он не успел подбежать, все, как бы ребята сразу рассказали, ну, номер, дали номер машины, которая скрылась, все. Ребята, которые на книжке, да? Да, да, да. И он как бы позвонил, насколько я знаю, он позвонил своему приятелю, сослуживцу, там, или кто он, я долго не помню. И получается, он, ну, спросил его, там, ты можешь мне помочь, так и так, он, по-моему, в органах работает, там, найти такой госномер, там, как бы, ну, по своим связям. И он, получается, пробил, сказал, там, это такой-то, там, в Арцизе, фамилия, имя, отчество, где проживает. Он позвонил своему товарищу в Арциз, и он сказал, да, я знаю, его наберу. Он его пару раз, Женя его набирал со своего телефона, тут ему скинул, он не брал трубку, он ему написал, по-моему, сообщение. А кому это, скажите, какому? Вот этому журналисту, которому первому у нас, как бы, который... Вот, Бондаренко. Нас, Бондаренко, да. Получается, он трубку не брал изначально, он ему пару раз... Но когда набрал вот этот парень с Арциза, он сразу поднял трубку, говорит, да, там, типа, он говорит, это там ты был там на этой машине, а ты мне поэтому звонишь, там, типа, и давай ему, короче, что ты хочешь, там, ну, грубить в грубой форме, этот Бондаренко. И получается, все, тут положил, ну, он положил трубку, ну, точно я не знаю, как там приехал, я знаю точно было, что это в грубой форме он ответил. После этого все-таки он поднял трубку, я не знаю, там, ну, она говорит, он поднял трубку от Жени, этот Бондаренко. И он говорит, давай, ну, типа, кто это, там, кто ты там, что ты там вообще? Он говорит, это Женя, там, давай встретимся, увидимся, я тебе все объясню. Он говорит, ну, подъезжай на Старопортофранковскую, назвал адрес изначально. То есть, получается, как бы он изначально его туда позвал, но это видно сразу по видеосъемки, что ребята уже ждали его, как они вышли, что они понимали, что это, ну, как, я это не профессионал, я это понимаю, это видно, что это было, все это построено специально под камеры. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Дмитрий Александров. Я так понимаю, вы либо друг, либо знакомый Евгения Савченко. Да, очень близкий друг детства Евгения Савченко. Расскажите, что вы хотели сказать, и что вам известно? Знаю Женю очень много лет, с самого детства с ним, со школы и так далее. Знаю, что он очень хороший, порядочный человек. Наоборот, ну, то, что там вот это вот раздули на этом канале, я вообще не могу понять, что это произошло там, просто я не в курсе. И что вот это вот там пиарят их так, сделали с них бандитов, хотя каких-то там, ну, непонятных. Хотя я знаю, что на самом деле далеко это не те люди. Никогда не привлекался он, никогда не было у него никаких проблем.
Что это такое, непонятно. И вот хотел сказать, что... А вам вообще что-то известно о произошедшем? Может быть, там от кого-то... Слышал, что было ДТП, и человек скрылся просто. Ударил машину Женину и просто уехал с места, ну, с места происшествия, и все. И с ним пытались выйти на связь, и что-то он там убегал, избегал встречи или что, ну... То есть, если бы первое, я как думаю, что если бы это был бы порядочный человек, который ударил ему машину, он бы никуда не уезжал, а вышел бы и решил бы вопрос, либо вызвали ГАИ, либо рассчитался бы на месте, а не убегал и прятался бы и так далее. А потом делали еще каких-то бандитов, ну, с этих, ну, с парня, которому он ударил машину, там, и кто с ним был, просто я не в курсе. Жени. Но за Женей, то есть, никогда не было никаких привлечений, никаких, ничего такого. Представьтесь. Поэтому вот. Меня зовут Кирилл, я товарищ Евгений Савченко. Хотел раз еще рассказать. Я был очень удивлен, буквально это произошло сегодня, 5 мая этого года. Что произошло? Мне несколько дней назад моя мама позвонила и говорит о том, что... Ну, просто мы с ней общались, рассказывает о том, что... Она проезжала на маршрутке по Старопотафранковской углу Тираспольска, и там произошло вид кучи милиции, что-то произошло. Затем вечером говорит о том, что произошло нападение на журналистов 7 канала, что я новости в принципе не смотрю. И нападение связано с тем, что журналисты 7 канала готовили репортаж о парковках незаконных, насколько я понял. И все. Я говорю, ну возможно, как бы там что-то и было, там мало ли там, что с парковками происходит. А что произошло сегодня? Сегодня мне позвонил мой товарищ и говорит, а ты видел видео по 7 каналу новости, смотрел? Я говорю, нет. Я зашел в интернет, посмотрел видео и увидел, соответственно, своего товарища Евгения на этом видео с какими-то ребятами, которых не знаю. Я был очень удивлен, потому что какое отношение поступщик Евгений имеет к парковкам, как бы я сначала не мог понять, как бы, почему вдруг ищет Евгения, как бы, почему он вдруг нападал на журналистов, как бы, да, за счет парковок, когда он никакого отношения к ним не имеет. Как бы, он там, мы с ним пересекались в некоторых вещах там, по работе. Просто как бы, там, гуляли, там, чай пили, как бы, не раз. Как бы, я знаком с ним уже около 2 лет. И я не наблюдал за ним ничего такого, чтобы могло бы, ну скажем, есть люди, кто там в интернете, я прочел, написано молодчики, есть люди, которые вот, как бы, относятся к таким, да, к такому классу людей, то Евгений не относится. Я последний раз я с ним общался, это было перед, за неделю где-то перед Пасхой. И мы говорили о том, что он ждет, не дождется, когда закончится пост, потому что он устал поститься. Вместе он постился со своей девушкой вместе. И я себе, как бы, еще тогда думал, я говорю, я на такой не способен, на такой пост, ну, как бы, это тяжело. Он говорит, ну, и говорили о таких вещах, как, ну, скажем, вот о посте, там, о легкости, как бы, о том, как нужно правильно жить, как бы, грубо говоря. Там. Я с ним вопросы какие-то там, по работе решал, как бы, и все это очень честно и открыто, как бы, на доверии, нет там каких-то подоплеков. Этот человек не мог такого совершить, мне стало очень, ну, непонятно. И сегодня я целый день искал в поисках, грубо говоря, вот вас, журналистов, чтобы это сказать. Вот как-то а так. Что вы знаете вообще? Слушай, я знаю, что... И Евгению ударили машину. Вот, какую? Какую? Хонду Аккорд. Вот. Недавно я купил, как бы очень долго копил денег. Вот. И, знаете, где ударили? Знаю, где в районе книжки. Разве знаю, что только что в районе книжки. Затем каким-то образом они связались с человеком, который ударил эту машину, как бы, на ком зарегистрирована машина, а водитель, который, соответственно, скрылся с места ДТП. И поехали выяснять с ним отношения, вот таким образом. И исходя из видео, которое я смотрел видео, ну, во-первых, меня удивило тот факт, что Евгений подошел, поздоровался, как бы начал разговаривать. Я просто знаю о том, что в этом вопросе он очень, как бы, культурен и вежлив. Да, и потом, и
Как выходили ребята вот с, грубо говоря, там, с канала этого, да, там здания находится, их около было там 3-4 человек, которые так резко вышли, как бы, то есть готовы, ну, явно видно, что люди готовы к конфликту, готовы сейчас его создавать. Вот. А затем я увидел, начал смотреть внимательно ролик, как бы там, и увидел о том, что, во-первых, он как-то смонтирован странно сам по себе, его монтаж, как бы, меня смотрел с разных ракурсов почему-то, как бы, естественно, я понимаю, что это кто-то специально это сделал. Во-вторых, вот этот кружочек, где человек бежит от машины с ружьем к месту драки. И второй момент, я когда начал его перематывать, я увидел, что этот человек с ружьем, он не вышел же сразу с ружьем. Он сначала все не подошли, а потом он побежал с ружьем, как бы. То есть, соответственно, что-то произошло, как бы. Что произошло? Я вот интересовался, что произошло, и узнал, что увидели пистолет у сотрудников седьмого канала. То есть, соответственно, это была самозащита, как бы, то есть, и иначе, и, как бы, иначе это не могу расценивать. Знаете, откуда вы вообще знаете об ударе машины и так далее? От наших общих друзей и от его девушки. Девушка да. была с ним. Да, девушка была с ним во время ДТП, да. А может быть, вы знаете, как они узнали владельца машины? Владельца? Который ударил. Ну, я, насколько понимаю, девушка, которая, его девушка, она из тех краев, грубо говоря, да, то есть и каким-то образом через нее это как-то выяснилось, ну, там, знакомые, там, знакомых. А вообще, как узнали, кто видел, какая машина? А, кто видел, как машина? А, так они пошли насколько я понимаю, они приехали на книжку починить планшет, а как видели каких-то двое ребят, вот, которые то ли там работают, то ли там нахуй, ну не знаю, они видели, и они сказали о том, что произошло. То есть, и говорят, давай, ну, как-то догнать его и решить этот вопрос. Ну, не знаю, как-то так. И назвали ему номер. Госномер машины. И mm-hmm. так он нашел их. Как бы, я так понимаю, это с ними он и поехал, наверное. Потому что их я не знаю, как бы, как среди наших знакомых, я так. А вы знаете, кто был с Евгением? Нет, я же говорю. Кто был с ним с Евгением во время вот этой потасовки самой? Нет, я их не знаю. Этих ребят. То есть, кто стрелял, вы тоже не знаете. То есть стрелял не Евгений. Нет, не Евгений, однозначно. Евгений это парень в красной рубашке на видео. То есть он не стрелял. Он по видео видно, что он там ударил первый. Но опять-таки до этого он разговаривал перед тем, как ударить. То есть это не было каким-то образом. Пришел, сразу ударил. Ну, то есть вот так это. Поэтому у меня как вы считаете, они знали, что это журналисты и вообще никто это, что это? Вообще понятия. Я уверен, что не знаю.